щоб відчути запах степового різнотрав'я та побачити природу нашого краю у споконвічній, незайманій красі, ми відправилися за декілька кілометрів від Мілового у природний заповідник Стрільцівський степ. Більше тисячі гектарів простору, який полюбляли і яким милувалися наші пращури. Стрільцівський степ – це одна з найстаріших в Україні заповідних територій. Заповідник існує із 1931 року. Тут не дозволяється господарська діяльність. І на радість всім нам зберігаються та ростуть більше ніж 600 видів вищих рослин, серед яких є і ті, що внесені до Червоної книги – ковилі, воронці та інше. Тут створили затишні домівки і відчувають себе у безпеці близько 180 видів птахів та приблизно 60 видів наземних тварин. Але головують, звичайно, байбаки. Їх нори розкидані по всій території заповідника. І раз по раз ми бачимо, як вони винурюють зі своїх підземних хатиночок. Тварини спритні та обережні. Якщо побачать чужака, відразу ж оповістять тривожним свистом все своє велике сімейство. Звук пронзительний, хорошо слышимый. То есть, когда вы выходите в колонию сурка, здесь свистнули, там уже знают, что опасность готова. И в степи очень хорошо заметно по свисту продвижение даже таких мелких хищников, как лисица, которую вы так просто не увидите. А слышно, беспокойство пошло от одной семьи к другой. А кто может угрожать байбакам? Лисицы могут, да? Значит, лисица в основном угрожает молодняку. Взрослого байбака лисица берет очень редко, только больного, раненого в таком плане. Потому что зверь мощный, крепкой такой конституции, может дать отпор, зубы большие. Вот. А в период, когда появляется молодняк, да, тогда... Ну, это короткое время занимает этот период, в общем-то. Ну, в жизни, в годовом цикле. Ну, пока не вырастут, пока не освоятся, не наберутся опыта. Но все равно лисица как раз у нее попадает на этот период выкормления собственного потомства. Поэтому не кормят байбачатами. Байбак є символом Луганщини. Присутній він і на гербі Міловського району також. А що це за тваринка? Які у неї звички, що любить, чого остерігається? Миролюбивий байбачий народ чи агресивний? Любой зверь, когда идет речь о защите своей жизни, становится достаточно агрессивным. И кто сталкивался с байбаком, знает, что это зверь хорошо вооруженный, вот, когда один на один встречаешься с ним. Но вообще очень осторожный зверь. Живут они семейными, колониальная система. То есть колония, в данном случае вот эта наша территория заповедника заселенная, это практически одна колония. То есть нет разреженности, нет вот этой границы, отделяющей одну колонию от другой. Вот. Внутри колонии выделены семейные участки. Байбача родина – то, як правило, дві дорослі особини – самець і самиця, і багато самотніх родичів, переважно діти різного віку. Простір, який займає родина, приблизно від 1 до 2 гектарів. Територію свою тварини старанно охороняють від сторонніх. Зараз на території заповідника проживає приблизно 600 байбаків. На жаль, їх кількість поступово зменшується. Численность байбака очень сильно была сокращена. Он сохранялся на таких участках, или как у нас, с охраняемых с сохранившимся выпасом скота, либо вот возле сел. А вот эти вот все дальние территории, они практически обезбайбачены. Самые голодные любят охотиться на байбаку. Даже в ваших заповедных местах? Ну, у нас это проблематично, но напакостить могут, вот, допустим, проехать отсюда из дальнобойного там карабина, расстрелять знак, это элементарно. Вот у нас вот здесь, по-моему, меняли, да? Да, и вот здесь есть, так что... А браконьеры почему охотятся на байбаков? Ну, как бы исторически сложилось, что... Лекарств было мало, лекарства были сложные. А тут животное, которое, представляете, он питается какое-то время и большую часть года проводит в зимней спячке. То есть его запасы жира обеспечивают его всем комплексом витаминов и так далее. Причем он выходит голодный,
весной и начинают размножаться, практически не питаясь. Вот. То есть потенциально, как и всякий жир земноспящего животного, он вызывал особый интерес у людей, особенно имеющих проблемы со здоровьем. Ну и связывалась такая цепочка. Добывали, продавали, кто-то на этом наживался. В наше время тоже, да, бабочий жир продают? Без проблем. В Луганске купить не проблемно. Я не знаю, насколько он байбачий, потому что, ну, он специфический, скажем, все равно сталкивался по жизни с этим жиром, знаю, что это такое. Там продаются растворы различной степени пропорциональности. Вот. Ну и прямо скажем, что как любой животный жир с высоким содержанием холестерина для людей больных, ослабленных организмом, он, то есть здорового он поможет, а больному может загнать могилу, как всякая такая нагрузка. Он тяжелый жир. Відомі випадки, коли байбаки стають домашніми тваринами. У цьому разі вони починають довіряти людям, прив'язуються до родини. А ось у степових умовах підійти до них практично неможливо. Це будиночок байбака. Коли ми сьогодні мандрували степом, тут там з'являлися байбаки. Але вони такі обережні, що зникали за секунду, коли нас починали бачити. Нам не пощастило зробити красиві зйомки байбаків, але може наступного разу нам пощастить. Будемо сподіватися. До зустрічі наступного вікенду.